нас 6 стран, нет? Да, всего 6 стран, хочу сказать. Без Армении 5 стран, нет? Угу. 5 стран. Да. Из 5 стран 3 страны поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности 9 ноября. Кто-то с победой поздравил. Вот сейчас 9 ноября. Как эти люди сюда приедут? Как может приехать к нам Лукашенко, который, вы помните, на этом онлайн-саммите, в неочередном, недавно, который был, да, 2 недели назад, где Никол Пашинян инициировал, вы знаете, очень важный вопрос. Теперь это была агрессия против нас или нет? Азербайджан на нашей территории стоит или нет? И эти все вопросы Никол Пашинян действительно правильно поднял. Должен я признаться к его чести, что жестко. Вот скажите, помните, что Лукашенко начал говорить? Начал говорить, что там козы даже не живут. Это что за место, чтобы из-за этого вы спорите? Идите договоритесь с Азербайджаном. Такое, а то будет хуже. А то будет хуже. Мало того, что по безграмотности, а может специально политически нашу унижают, еще собираются сюда приехать. Я, честно говоря, не понимаю. Россия признала это агрессией, а зачем сюда приезжает тогда Путин?